Несколько часов назад прошла первая пресс-конференция, посвященная турниру UFC 209. Бойцы, как обычно, ответили на несколько вопросов журналистов о предстоящем поединке и о своем будущем в UFC, а также провели стердауны. Хабиб Нурмагомедов прокомментировал грядущий поединок с Тони Фергюсоном и ответил на вопрос о возможной встрече с Конором Макгрегором. «Это то, чего я хочу, драться с Тони. Прикончу его, затем прикончу Конора Макгрегора. UFC, возможно, захотят устроить реванш с Конором, но я откажусь. Это будет очень интересная ситуация. Прикончу Тони, прикончу Конора Макгрегора. И если к концу года UFC попытаются устроить реванш, я скажу, пока, ребята, он не заслуживает этого. Я буду драться с другим настоящим претендентом. Когда клетка закроется, я уничтожу Тони, измотаю его. Хочу, чтобы он почувствовал мою силу и мой прессинг, а затем прикончу его, разобью ему лицо, потому что так я дерусь всю свою жизнь». Тони Фергюсону пришлось отвечать на похожие вопросы. Также Тони сделал довольно смелое заявление о том, как закончится их бой с Хабибом. «Я не думаю насчет Конора Макгрегора. Когда придет время, тогда и поговорим. Сейчас у меня впереди другой бой. У Хабиба сильная борьба. Он чем-то похож на Рафаэля Дос Аньоса. Он попытается провести мне тейкдаун. Но прежде чем он это сделает, ему в лицо полетят мои руки, ноги и колени. Он подумает дважды, стоит ли проводить мне тейкдаун после этого. Я буду жестко прессовать его в бою. Я хочу стоять над ним и видеть, как он сдается. Я хочу буквально спросить у него во время боя: ну что, тебе хватило? Потому что я уже устал избивать тебя». Марш вход. Come on, buddy. Come on, don't. What? I'm not going over there. What? What? You wanna say something? My eyes. What's your eyes? What's your eyes? What's your eyes? Face forward.